Вечером 12 декабря в центре Москвы бандиты устроили перестрелку с полицией. Около 23 часов в полицию поступил звонок о разбойном нападении на квартиру в доме номер 25 на Комсомольском проспекте. Когда прибывшие на место полицейские позвонили в дверь квартиры, находившиеся внутри налетчики открыли по ним стрельбу. Правоохранители ответным огнем застрелили одного нападавшего и задержали еще троих. Двое полицейских были ранены и госпитализированы. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.